Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 3. Рабочей тетради по математике для 3 класса автора Маро. Соедини линии карточки, на которых записано выражение и его значение. 6 умножить на 6 равно 36. 3 умножить на 8 равно 24. 8 умножить на 9 равно 72. 6 умножить на 3 равно 18. 9 умножить на 8 равно 72. 4 умножить на 9 равно 36. 9 умножить на 2 равно 18. 6 умножить на 4 равно 24. 64 разделить на 8 равно 8. 35 разделить на 7 равно 5. 54 разделить на 6 равно 9. 42 разделить на 7 равно 6. 45 разделить на 9 равно 5. 48 разделить на 6 равно 8. 24 разделить на 4 равно 6. И 27 разделить на 3 равно 9. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.